Всем привет, с вами Михаил. Умный дом от Xiaomi начинает внедряться и в мою жизнь. В прошлом видео я вам показывал шлюз Xiaomi Mi Gateway второго поколения, который объединяет все устройства в одну сеть с возможностью настройки сценариев, автоматизации и управления через смартфон. Кто не видел это видео, оставлю ссылочку под видео, а также будут в конце ролика в качестве аннотации. Ну а сегодня поговорим про умную смарт-розетку от Xiaomi. Такие розетки бывают двух типов. Первый тип – это самостоятельные розетки, и второй тип – это розетки, работающие по технологии ZigBee. То есть они работают только в сочетании со шлюзом от Xiaomi Gateway и подключаются к нему. В моем случае у меня розетка, которая работает самостоятельно по Wi-Fi, и нет необходимости докупать какие-либо то другие устройства. Данную розетку я купил на сайте Gearbest, который получил спустя 2 недели. Розетка приходит в белой коробке. На задней части коробки нанесен штрих-код и дата изготовления август 2017 года. А сбоку основные характеристики. Максимальная нагрузка 220 Вт, 10 Ампер, 250 Вольт. Внутри находится сама розетка. Есть один минус. Это китайская вилка. Но это все исправляется с помощью переходника с китайской на европейскую вилку. Имеется механическая кнопка включения-выключения розетки, а также можно ей управлять и со смартфона. Само качество розетки на высшем уровне, пластик качественный. В саму же розетку можно подключать как обычные европейские вилки, так и тройные, либо плоские американские вилки. Для того, чтобы дистанционно управлять розеткой, потребуется установить на телефон приложение Mi Home. Для того, чтобы связать это устройство с приложением Mi Home, нужно открыть само приложение Mi Home и зажать единственную кнопку на корпусе розетки на 5 секунд. Затем выбираем найденное устройство. После выбора устройства приложение предложит определить сеть Wi-Fi, к которому требуется подключиться для работы с ней далее. Выбираем нашу домашнюю сеть и в течение 20 секунд приложение синхронизируется с розеткой. После подключения устройства в приложении появится ярлык плагина, с помощью которого можно управлять розеткой удаленно. При помощи этого приложения можно включать, выключать розетку. Также добавлять таймеры, когда включать и отключать розетку. Также можно запрограммировать, чтобы это происходило каждый день в определенное время, или когда вам нужно. Например, включить свет рыбкам, включить бойлер, батареи на даче и так далее. Также есть функция обратный отсчет, это таймер. Устанавливаем то время, через которое у нас будет включена данная розетка. И функция сценарий. Она актуальна для тех, у кого уже есть определенное устройство для умного дома от Xiaomi. Для того, чтобы связывать устройства друг с другом и объединять сценарии. Например, у вас установлен датчик от Xiaomi влажности. И при достижении минимальной влажности включается розетка, к которой подключен увлажнитель воздуха. У меня такого датчика пока еще нет. И поэтому я ставлю на батарею железную чашку с водой для поддержания влажности в квартире. Кстати, у меня на канале есть обзор метеостанции, которая может показывать температуру и влажность, как в помещении, так и на улице. Ссылку оставлю в описании. А также розетку от Xiaomi можно подключить к утюгу. Бывает так, что вы забываете или думаете, что забыли выключить утюг. А с помощью приложения Mi Home легко это проверить удаленно, включен у вас утюг или нет. Если вы еще не подписаны на мой канал и на лайв-канал, где я начинаю строительство каркасной бани, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующее видео. А кто захочет приобрести умную розетку, как у меня, или же другую продукцию от Xiaomi, под видео оставлю ссылки. Также на кэшбэк-сервис, который позволяет мне экономить достаточно неплохую сумму, которая возвращается на мой кошелек. Переходите, регистрируйтесь и экономьте. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Оставляйте свои комментарии под видео, ставьте лайки. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!